Всем привет, Скульптус Альфа 6. Давайте рассмотрим типаж лица именно Доктора Стрэнджа. Будем делать все это дело опять же с болванки из The Brush. Можно со сферы, но это затянется. Здесь уже будет вам понятнее. Так, первым делом возьмем резку Крис и Shift, правой кнопкой мыши, выравниваем модель, уменьшаем кисточку и вот намечаем, вот здесь будет рот. Включаем симметрию вот таким вот образом. Теперь рот еще ниже, вот здесь вот надрезаем такую часть. Вот. Следом добавляем драйвом, клеем именно нижнюю челюсть. Вот так вот потихоньку накидываем. Смотрим, как она тут выходит. Выравниваем Shift, правая кнопка мыши. И грабом можно теперь вот эту челюсть вот так вот вытянуть. Угол у него вот этой части челюсти ровный. Вот так вот идет. Так, следом здесь вот шифтом прибираем, чтобы гладко было. Сейчас будем тут дорисовывать. Так, шифтом подбородок немножко тоже выравниваем. Пройдемся любимым моим именно вот этим флаттеном. Так, сначала нос немножко уменьшить надо. Вот так вот. Следом нужно вот здесь вот, вот эту часть выгладить. Чтобы она тут мягко шла. Перепад. Так, немножко уменьшаем вот эту часть подбородка. Уводим это все драйвом. Шею делаем потоньше. Вот так. Ну и сзади тоже уменьшаем. Так, теперь по бокам сделаем шею поменьше тоже. Он все-таки не атлет. Выглаживаем сразу уши. Вот эту часть именно переход. Так, ну и погнали. Надрежем вот эту часть. Вот так. Намечаем. Вот здесь, где будут идти веки. Ну, просто глаза так нарисуем, чтобы ориентир иметь. Так, тут еще вот так вот надрезочку. Теперь надрезаем, намечаем вот эти вот, в смысле нос. Намечаем вот эту вот губу, отделяем. Что еще можно здесь сделать? Ну, теперь нужно добавлять скулы, вот эту часть. Это уже именно драйвом и флаттеном. Кисточку чуть-чуть побольше, интенсивность поменьше, и вот так вот накидываем. У него идет вот здесь вот больше именно скула, вот это. А вот эта часть от носа аж накидана. Вот эта мышца. Вот так вот. Так, следом еще немножко подбородок. Здесь его поострее сделаем, шифтом выравниваем. Так, следом вот эту часть немножко уводим вот так. О, уже преобразился. И вот эту часть тоже немножко уведем вглубь. Вот так вот. Делаем надрез еще вот сюда, кризом. И делаем ему нос. Здесь вот треугольником выбираем как бы вот эти части носа, они уходят у него вниз.
Вот так как-то. Теперь разберемся с носом. Здесь вот у него опущено, и нос у него немножко вот так ровно выходит, а вот здесь у него вот эта часть большая, сам нос. Теперь вытаскиваем вот эти губы вперед. Вот так вот. Острыми их не делаем, а делаем их полукругом. Вот так вот. И теперь уже флаттеном вот эту нижнюю губу вот так вот выглаживаем. Челюсть тоже выглаживаем. Вот эту часть тоже выравниваем. Смягчаем. Ну вот, что-то в таком духе. Теперь намечаем вот это веко. Это уже драйвом без клея. Вот здесь вот накидываем. Так, и вот эту верхнюю тоже веку. Чуть-чуть поднакидаем. Сейчас будем ее корректировать. Смотрим вот этот глаз, вытаскиваем чуть-чуть вот так вот вперед, делаем его округлым, вот так вот. Так, здесь немножко поменьше. Вот эти дуги у него уходят вперед сюда. Так, лоб чуть-чуть завален здесь. Можно шифтом выгладить, чтобы все это дело видеть. Вот, помягче. Что еще ему тут можно сделать? А ничего, нужно делать уже губы. Так, накидываем теперь вот эти вот части. Вот так вот, побольше. И нижнюю губу тоже. Это уже драйвом без клея. Вот так что-то получается. И теперь нужно флаттеном кисточку поменьше. И вот так все это дело по прошлым роликам, как я показывал, подровнять. Вот таким вот образом. Ну, шрифтом немножко, конечно, тоже подровнять. И вот здесь вот флаттеном как бы побольше. Вот так вот. Немножко поднадуть, чтобы совсем острый не был. И вот эти скулы, еще побольше вперед вытянуть. Так, надрезку делаем над носом. Вот здесь вот так вот. Здесь делаем складку. И вот эти бока как бы вот отделяем вот так вот. Надрезаем глаза. Вот эту часть тоже вот так вот. И проходим ее флаттеном. Тут кисточку уже побольше. Вот таким вот образом. Все делаем под углом. Вот эти все резки. Чтобы было видно, что да как тут вырисовывается. Вот так вот.
Так, вот эту часть чуть-чуть побольше. И здесь можно уже шифтом немножко доработать. Так, вот эту часть над носом тоже выглаживаем. Опять же под углом. Так, нос. Вот эту часть чуть-чуть подзадрать, наверное, вот эту чуть припустить и нос немножко еще вперед. Во. Так, как-то так, но чтобы не был курносый. Нос ровный. И чуть-чуть нос потоньше. Так, что еще тут можно сделать? А можно вот это лицо немножко вот так вот увести. И вот так вот. А этот лоб чуть-чуть подать вперед. Так, нос немножко вниз. Вот так как-то. Так, смотрим теперь на нос. Вот эти вот у него мочки, вот эти вот. Или как они называют? Они у него дутые. Вот так. Теперь ставим драйв, ставим. Так, клей не надо, а вот просто через Alt выберем вот здесь у него вот эти пазухи. Есть такое дело. Ну и немножко теперь клеем где-то что-то как-то поднабросать. Вот, вот здесь немножко толщину дать. Потом здесь немножко вот сюда накинуть массы. Вот здесь пухлость придать переносице. Так, здесь вот тоже чуть-чуть надрез вот здесь тоже идет. Вот так как бы. Так, теперь на нижней вот это века. Вот здесь вот поднакидаем массы. Вот здесь толщины. Вот так вот. С одной стороны. Вот таким вот образом. Так, что тут еще не так? Немножко сгладим вот эти края. Так, теперь преобразим немножко шею. Вот здесь тоже вот так вот приберем, чтобы лучше выглаживалось. Ну, а башка не нужна, тут будет прическа. Теперь нужно вот поработать именно драйвом без клея, вот сухом немножко. Через Alt опять же. Вот так где-то что-то выбираем. Где-то что-то вот так шифтом выглаживаем. И нужно ухо преобразить. Вот давайте добавим, сначала дорисуем вот эту часть. Так, кисточку побольше.
чтобы здесь у нас не ломало. Накидаем мочку. Здесь альтом чуть больше продавим. Здесь вот так вот как-то. И грабом можно ухо немного подровнять. Смотрим, он немножко все равно лопоухий. Уши у него большие. Так, что-то, да? Смотрим, где что не так. Так, и погнали опять же ухо. Теперь его надрезаем. И можно дорисовать. Так, теперь здесь докидываем клейм. Так, еще, по-моему, их чуть-чуть побольше. Вот так вот. Так, шею немножко пониже. Вот эти части. Так, добавим морщин. Так, здесь тоже добавляем вот здесь надрез складку. Здесь вот такую складку. И как бы вот, вот таким образом чуть-чуть смягчаем. Делаем надрез век вот этих. Немножко отделим нос и шифтом слегка выгладим. Так, вот таким образом. Смотрим, как у него нос идет. Это вот острый. Давайте вот так еще. Так, и, наверное, скулы
Чуть-чуть еще вот так вот выгладить и добавить. Чуть-чуть на челюсть накидать. Вот так как-то. Так, немножко, наверное, уши побольше. И чуть-чуть их развернем вот этой кисточкой. Ротация. Вот как-то так. И немножко драйвом клеим. Так, смотрим, что тут да как. И надрез. Так, теперь тут добавляем вот эти вот части пухлые. Вот так. Ну, наверное, вот эту губу чуть-чуть побольше сделать. А здесь чуть-чуть увести. Вот так вот. Ну и делаем надрез. Вот так вот. Надрезаем какие-то части и вот чуть-чуть, чтобы они углублены были. Вот так вот все выглаживаем. Так, смотрим, что тут еще. Вот эту часть нужно. Чуть-чуть дорезать. И флатеном немножко и вот здесь вот. Вот так вот выгладить. Добавим объему теперь без клея вот на эти морщины. Вот так вот докидать. Так, смотрим, что еще не так. Вроде скулы все так. Так, это углубляем чуть. Так, смотрим, что тут еще.
Во, чуть-чуть губы пониже, и вот он уже, в принципе, похож. Так, вот эту часть чуть-чуть углубить. Вот так вот. Ну и глаза немножко поглубже сделать. Вот эти части через Alt. И шрифтом немножко выгладить. Теперь кризом немножко надрезать. Вот так вот.